Друзья, всем привет из саванны парка Львов Тайган. Вышедшая из вольера Симона львица разбавила, так сказать, мужское общество ветеранов крымской саванны. И Чип тут же воспользовался этим и стал увиваться за этой львицей. Ну и, как мы видим, она, собственно говоря, нормально воспринимает эти ухаживания. Дейл вон в сторонке лежит. Брат и друг по жизни Чипа. Ну а Чук не стал проявлять инициативу, потому что в его сердце, огромном львином, все до сих пор еще любовь к Любаше. А Любаша заменила эту львицу, ушла в вольер Симона. Вот Чип, как он ухаживает за львицей. И посмотрите, друзья, какой он огромный. По сравнению с ней, действительно, Чип, кто-то верно, друзья, написал в комментариях, что в саванне прям помолодел. И действительно, хорошо выглядит, слава богу, наш любимчик, наш одуванчик милый. И львица довольна, ей тоже внимание такое приятно. Да и вместе, как говорится, веселее по просторам саванны гулять. Тем более Чип ухаживает ненавязчиво, нежно, ласково. И это, конечно, очень хорошо. А вот, друзья, такие новости из крымской саванны. Порадуемся за Чипа. Ну, а молодые ребята теперь сами с завистью поглядывают в сторону саванны. Ну что ж, друзья, как говорится, всему свое время, всем мира и добра.